Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Значит, на сегодняшний день пострадало 5 верблюдов погибло. Две мамки, папка и двое их детей. 3 ламы погибло. 6 обезьян погибло. 4 страуса погибло. Леопард, девочка, которую порвала на куски. Дякую, Савок. Усиленно где-то. 20-й день, 25-й день войны, вот так оно все погибало. Тут снаряды к нам прилетели, две мои рабочие машины взорвались сразу, остались живы чудом как-то. Ну и так все время, в день по несколько раз, говорится, умирали и рождались. Ну, по крайней мере, Бог дал, мы выжили, чтобы Пасху встретить сегодня. Так нет. Корма привозят. Все практически корма привозят. Ну, одно единственное, что только сейчас одна проблема. У нас нету камеры холодильной. Все повзрывалось и нет электричества. Уже больше, чем 2 месяца нет электричества. Мясо привезут, у нас деньги, потребность 300-350 килограмм в день. Если привезут там 2-3 тонны, оно, ну, видите, тепло становится. Завтра, послезавтра будет просто вонь стоять. Вот это одна проблема.